Мокрый снег ожидается сегодня на большей части Беларуси. Синоптики также прогнозируют усиление ветра. Местами его порывы достигнут 18 метров в секунду. Сотрудники госавтоинспекции советуют водителям быть внимательнее на дорогах и учитывать в поездках непростые погодные условия. По восточной части Беларуси местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Как раз в ближайшие сутки по всей стране ожидаются заморозки. Сотрудники ГАИ советуют начать подготовку автомобиля к зиме именно с переобувки, замены летней резины на зимнюю, потому что именно сейчас уже на дороге появится первая гололедица и ледовое покрытие. Днем в Беларуси сегодня прогнозируется 3-9 градусов тепла, в юго-западных регионах воздух прогреется до плюс 11.